они свободные абсолютно. То есть они не прижатые к груди, они не задранные вот так вот. Все абсолютно спокойно и расслабленно. Вот. И стараемся, естественно, прямо сохранять спину. Это очень тяжело. Я знаю, это очень тяжело, это очень неудобно, и кажется, что что-то не так, но это ощущение, к которому нужно привыкнуть, и к которому, в принципе, действительно реально привыкаешь со временем. Садись, молодец. Так, значит, следующее, о чем я хотела поговорить, это, пожалуй, наверное, соединение нот. То есть мы вот сейчас вот попробовали по одному звуку произнести, как-то издать. И я позову на Веронику еще раз сюда. Вероника, давайте. Вот для вас инструмент. Вы уже знаете, как его держать. Заодно и проверим. Так. Одно занятие у человека было, напоминаю. Так, первый. Вот. Чуть-чуть можно опустить вот так вот. Так, отлично. Правую руку. От мизинца. Угу. Класс. Помню, как нота ля играется. Какие? Три пальчика. Один, два, три. Третий. И пятый. Угу. Правильно. Поставили. Помню про дыхание. Да? Мы с вами уже будем этом работать. О! Сейчас. Ничего. Соль добавить в четвертый пальчик. Одно занятие было у ребенка, еще раз скажу. А теперь вот эти две ноты мы соединяем на одном дыхании. То есть тишина, да? Соль. На одном дыхании. При этом вот так. Угу. Стоп. Объясню, что еще добавляется какая-то мысль, которую я слышала. Еще контролировать пальцы-то надо, куда они там двигаются, да? То есть они что-то еще делают при этом, когда мы играем. Естественно, это тоже такой процесс не очень далекий. Вот у них у всех можете спросить, это точно. Значит, поэтому координация пальцев, она тоже на самом деле очень важна. А самое простое, когда пальчики у нас идут по порядку. Ну, хотя тоже с этим бывают трудности, конечно, но в принципе это считается не очень сложным. Вот, поэтому мы сейчас вот на Веронике поиздеваемся над ней немножечко и усложним. Да. Я просто очень люблю своих учеников, и я очень люблю над ними издеваться. Ну вот честно, тогда это бы было скучно на самом деле с вами заниматься. Вам было бы со мной скучно. Итак, мы возьмем ноту Си. Это два пальца, да, и теперь после Си мы сыграем соль. То есть мы одновременно опустим два пальца. Си. Только так. Вот, да. И вот эти два пальца нужно одновременно опустить. А вот это держим. Си. И одновременно соль. Вот. Поставили. Сначала си сыграть отдельно, проверим. Сейчас. Пойдем. Сини. Вот. Так, все. И тебя попробуем соединить. Вот. А еще разок. Там, например, какую-нибудь где-то вообще густады вы иногда движете. Не учила. Мы не учились. Я не настолько готова на два весенние издеваться, и все-таки я пожалею. Вот. То есть на самом деле, конечно, если брать там выше октаву, вторую, третью, там намного сложнее бывают какие-то соединения и переходы. Вероника, спасибо.